Привет! Сегодня я буду проверять аккумулятор. Помните, как я проверял диодик с помощью вольтметра? Вот. А сейчас аккумулятор буду проверять. Батарейки проверять просто. У них здесь подписано, где плюс, а где минус. А вот аккумулятор, где плюс, а где минус. Ну как узнать? Здесь же не подписано. Но я заметил, что у батареечки здесь есть пупырка. Здесь нарисован плюсик, где пупырка. Еще колечко там. А где минусик? Дно ровное. Вот. У аккумулятора тоже здесь. Колечки есть, значит, здесь плюсик. А здесь дно ровное. Значит, здесь минус. Вот. Будем проверять. С помощью этого вольтметрика нужно перевести стрелочку вот сюда, потому что это постоянный ток, а в аккумуляторе постоянный ток. В розетке ток перемены, поэтому нужно стрелочку перевести сюда. Вот. Переведу на 20-ку. Вот так. Будем проверять. Красный это плюсик, а черный это минусик. Один вольт. 4, 3. Он садится. Этот аккумулятор уже севший, подсевший. Вот. Его нужно подзарядить немного. До свидания.